чтобы сегодня концерт состоялся, вы очень занятой человек. Вот даже по прошлому году вы сменили несколько городов. В этом году, вот ради концерта в Твери, ради чего, какие планы у вас изменились, что вам пришлось отодвинуть, что изменилось? Ну, было число уже известно, кое от чего пришлось отказаться от того, что появилось позже. Уже приоритетно был концерт в Твери. То есть, ну вот я сегодня там кое-кого не поздравил с юбилеем, должен был заехать на телевидение, там еще. Ну, приоритеты расставлены, вот раз мы обещаем, значит, делаем. Сейчас говорим о следующем приезде, значит, будет. Следующий приезд ровно через год или все-таки, может быть, раньше? Не знаю, вот у меня график как там составляется. Через год?